Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. Как сообщают в гидрометеоцентре, 3 ноября в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 5 до 10 градусов тепла. В Ульяновске плюс 6, плюс 8. В течение дня атмосферное давление будет расти. К этому часу о погоде все. Хорошего вам дня! Грандиозная распродажа ивановского текстиля в Ульяновске. Огромный выбор, низкие цены. С 30 октября по 15 ноября. ТК «Спартак», второй этаж. Минаева, 11.